Всем привет, меня зовут Денис Башко, это канал «Рыбалка с Башко Денисом». Мы с сыночком решили сделать такую мини-распаковочку. Приехала катушка для мармышинга у меня. Долго я выбирал. Сейчас посмотрите. Вот сын тоже хочет нам что-то сказать. Палку себе я тоже для мармышинга заказал. Леску, короче, это новый вид ловли у меня, я еще не ловил. Если интересно, пишите в комментарии. И я вам все покажу, расскажу, буду с ним скидывать видосики, посмотрите мой комплект. И потом я вам скажу, что не будет, и вы поедете с нами на рыбалку. Вот так. Это вот новый блогер Никита Денисович. Да? Скажи всем привет! Всем привет! Скажи лайк и подписку ставьте. Лайк вам. Я вам принесу, но только включайте кино. Вот так. Себе. Так, вот катушечка приехала. Вот такая. Сейчас мы ее раскроем, посмотрим. Давайте разберем. Это у меня 500-й размер. Но я вам покажу. Вот, видите, сейчас, сыночек, тихо. 500-й размер, гляньте, 165 грамм. То есть для мармышинга это вообще... Кайф, катушечка легенькая, маленькая. Мне она так понравилась вообще. Просто пушечка. Сейчас я ее подзакручу. Вот такая вот катушечка. Посмотрите, какая она классная, маленькая. К этой катушечке я заказал экономайзер сюда. Одевается, чтобы бекинга не было. Очень классная катушечка. Кстати, фрикцион, говорит, грубоватый. Нужно поменять шайбочку. Тоже ее отдельно заказал. Будет все классно. Вот такая вот супер-пупер катушка. Все смотрите, как я делаю и кручу, а потом я вам скажу, чтобы не крутить. Но только если все на балку и крутите так катушку, как я. Вот так вот, да? Вот так, крутите катушку. Вот так, как я. Не, катушка реально классная, ребят. Мне очень понравилось. Что ты, скажи свое мнение, что думаешь про эту катушку? Ну, катушка, она вот так делать. Ну что, удочку переворачиваешь, и вот так еще можно делать. Вот так, да, можно делать? Еще можно вот так делать. Вы так, ребята, делаете. Вот так вот, короче, так. Ребят, катушечку сейчас тестируем, смотрим, крутим. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. С вами канал «Рыбалка с Башко Денисом». Сейчас буду наматывать лесочку на нее. Леску или плетню еще не знаю, но, скорее всего, начну с лески. Леска дешевая, стоит там сколько? 150-200 рублей. Намотаю и попробую. Говори. Если вы так делаете, то это нехорошо. А потом прикипяете удочку вот сюда, ловите рыбу. И потом вот так делаете и крутите катушку. Раз, понятно? Два. Блогер говорит. Он. Раз. Так, все понятно. Два. Вот. Вот так. Раз. Раз. Два. Это он показывает, как надо проводку сделать, да, на джиге, если. Два раза оборот и ждем. Два раза два оборота, один оборот примерно, и ждем. Пауза, да? Все, ребят. Всем пока. Пока. Я вам скажу, просто я скрючусь, и потом вы запомнили. Вы запомнили? Да, все напишите в комментарии, что вы запомнили или нет, сын спрашивает. Пока. Ну, потом я скручу и пану лосун. Пока. Всем до свидания. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.